А для следующего номера мы хотели пригласить Дженнифер Псаки. Но она отказалась ехать в Африку, потому что у нее нет зимних вещей. Слышал я одну легенду, сообщили и Тартас. Страны из Евросоюза что-то вводят против нас. О-о. Но на санкции любые есть ответ у нас простой. Все старания Америки с Европой вдруг закончатся зимой. Голубая труба в России есть, и чего бы не хотели. Этой самой зимой ваши санкции вертели. Так, а ну хватит!